В МТЛ-арене аншлаг. Более 2000 студентов со всей области, представители 78 институтов и колледжей приехали на главный праздник «Студент года». Жюри выбирало лучших в 10 номинациях. Заявки на конкурс прислали более 500 человек. Это рекорд за последние 3 года проведения форума. Глава Самары Елена Лапушкина вручила 2 премии в номинации «Студенческий лидер». Светлане Стехановой из Университета путей сообщения и Антону Уварову, представителю Самарского энергетического колледжа. Это люди талантливые и целеустремленные. Знаю, что многие из вас уже достигли определенных результатов, но это совершенно точно не повод останавливаться. У вас впереди огромные задачи, и студенчество – это то время, когда вы закладываете фундамент своей дальнейшей жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы вот этот фундамент был очень и очень прочным. Удачи вам всем! Спасибо большое! Конкурс «Студент года» проводится в 8-й раз, и каждый год он модернизируется. Меняются номинации, их количество, но цель остается прежней – найти и поощрить лучших студентов региона за достижения в учебе, науке, спорте, культуре, творчестве, общественной и волонтерской деятельности. Среди победителей в номинациях жюри выбирает «Студента года». По традиции гран-при вручает губернатор. Но знаем точно, что это человек активный, человек креативный, человек ответственный, как и все вы. Я очень рад, что у Самарской области вот такое будущее. Будущее образованное, будущее энергичное и целеустремленное. То, что я знаю о вас, о ваших проектах, на мой взгляд, это действительно топ. Это гораздо выше и гораздо больше. Я очень рад, что в этом году самая популярная номинация – это волонтеры. Спасибо вам, друзья, за это. Антон Уваров, обладатель гран-при «Студент года 2019», долго шел к этой победе. За его плечами многочисленные молодежные фестивали и форумы, участие в волонтерском движении. Несколько лет назад он даже и не мечтал стать номинантом этой престижной премии. Когда я сюда пришел, я был медиа-волонтером, я фотографировал мероприятия. И никогда в жизни, я когда увидел, я думаю, блин, ну хотя бы в номинацию надо вот выйти хоть раз, вот было бы замечательно. И сегодня я получаю из рук губернатора Дмитрия Ильича Азарова это гран-при, это незабываемые эмоции. С 2015 года конкурс стал региональным этапом российской национальной премии «Студент года». Лауреаты и победители продолжают сражаться за награду уже на федеральном уровне. 3 года назад самарские студенты привезли из Москвы 1 победу и 3 лауреатства. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.